11 раз подряд члены Литовской конфедерации предпринимателей традиционно наградили тех, кто, создавая свой бизнес, вносит свой вклад в благосостояние всех жителей Литвы. Торжественную церемонию открыл премьер-министр Андрюс Кубилюс. Manau, kad tikrai pripažinimas lyderių savo srityse yra labai svarbi. Думаю, что признание лидеров в своей профессиональной сфере является важной частью любого сообщества. Роль лидеров в растущем, созревающем гражданском обществе достаточно большая. Поэтому те, кто получает эти награды, которые вручает ваше сообщество, должны чувствовать и нести дополнительную ответственность за свои действия. Понимаю, что ваша бендромене итеке, я тури яусти и та попилдома цакомибер, попилдома нашта. В этом году важнейшей наградой конфедерации в номинации «Лидер партнерства», которая присуждается за содействие сотрудничества властей и бизнеса, был награжден посмертно Бронислав Слубис, президент Конфедерации промышленников Литвы. Мы на самом деле считаем, что господин Лубис достоин этой награды, как никто другой, как многолетний руководитель промышленников Литвы, как депутат Верховного Совета восстановленного Сейма страны, а также сигнатар акта независимости и премьер-министр. Это человек, который побывал по обе стороны баррикад, если так можно сказать, был он и в бизнесе, и в политике. Buvęs versle, buvęs netgi dar tam sovietiniam versle, po to perėjęs į politiką. Tai štai žmogus, na, kuris matęs tą gyvenimą iš vienos pusės, iš kitos, iš abiejų pusių. Он много видел в жизни и с одной, и с другой стороны, и много сделал для сотрудничества властей и бизнеса. В целом, он сделал все еще в 1990 году, чтобы это сотрудничество вообще состоялось. Очень жаль. Хотелось бы, чтобы он получил эту награду раньше. Он действительно достоин этого признания. Жена, galbūt reikėjo tai padaryti anksčiau, dar jam gyvam esant, tačiau mes manom, kad jis tikrai yra vertas šito apdovanojimo. Титула «Бизнес-посол» был удостоен представляющий интересы и потребности Литвы в Азербайджане и Туркменистане, а также руководивший посольством Литвы в этих странах Кистудис Кудзманас, который всегда акцентировал добрые отношения предпринимателей Литвы и восточных стран. В данном случае это не награда конкретному человеку, это больше командная заслуга, потому что неважно, какие достижения в бизнесе или науке, это командная работа. Хочу порадоваться, что наше Министерство иностранных дел декларирует, что экономическая дипломатия – один из приоритетов внешней политики Литвы. Как говорит один из предпринимателей, если бы мы экспортировали бы на сумму 100 миллионов на восток, мы бы получили такую прибыль, если бы экспортировали товары на миллиард в страны Европы. Но риски повышает увеличенный налог на прибыль. Я бы сказал, что бизнесмены, которые там работают, работают успешно. Поздравить победителей собрались не только их друзья и коллеги, но и представители литовских компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке. Noriu pasidžiaugti penkių kontinentų vardu už mūsų kolegas, bičiulius. От имени компании «Пенки континенты» хочу поздравить наших коллег, партнеров и друзей, получивших эти награды. Особенно мы рады за Кистутиса Кудзманаса, который награжден за развитие бизнес-связей в Азербайджане и Туркменистане. Также приятно, что продолжается дело и инициатива уважаемого Бронислава Салубиса. Проходит сотрудничество между бизнесом, властью и ее институциями. Диалогas tarp verslo ir vyriausybės bei kitų valdžios institucijų. Награды нашли своих владельцев. Однако, как сказал премьер-министр, это не только большая честь, но и огромная ответственность.